Как правильно соединить трубы? Какие детали и материалы выбирать для ремонта сантехники? И как провести сварочные работы? Рассказали жителям Химок. Мастер-класс в рамках проекта «Химки. Интересно жить» провел инженер-сантехник Андрей Пирожков. Специалист подробно и доступно рассказал об особенностях домашних инженерных систем. Вентильные краны удобны только для того, что если, допустим, вам нужно в системе управлять расход воды, чтобы меньше проходил, тогда неудобно. Если вам нужно просто перекрыть, то проще, конечно, просто обычный шар. Вентильных еще, чем они хороши на самом деле? Ну, тем, что они ремонтно пригодны. То есть если в шаровом мы, ну вот он не держит, все, мы его полностью откручиваем и меняем, то вентильный мы откручиваем только верхнюю часть непосредственно вентиля, вентильный галок, и меняем там прокладку. После теоретической части приступили к практической. Все желающие могли попробовать себя в роли сварщика и соединить между собой полипропиленовые трубы. Участники с азартом осваивали новые знания. На мастер-классе собрались люди, которые уже многому научились в рамках проекта. Ольга Остернакова посещает встречи по интересам раз в 2 недели. Сегодня получила знания, которые пригодятся в ближайшее время. Сегодня я узнала кое-что интересное. Мне как раз тема актуальна. Идет ремонт по сантехнике. И я смогу уже с мастером говорить приблизительно на равных. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и поддержке администрации. Количество встреч уже превысило 3500. О ближайших мастер-классах можно узнать из газеты «Химкинские новости». Сегодня при регистрации вам всем была предложена афиша, которая публикуется в газете «Химкинские новости». И если вот у вас была минутка возможности посмотреть количество мероприятий, которые ежедневно проходят на территории нашего городского округа Химки, я думаю, что каждый из вас найдет для себя мероприятие по душе. Больше информации можно получить в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.